В комплексном центре социального обслуживания подвели итоги акции по сбору игрушек с любовью к детям. Благотворительное мероприятие проводят уже второй год подряд. В этом году акцию посвятили детям с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы подвести итоги акции, организаторы пригласили детей с особенностями здоровья вместе с родителями в комплексный центр социального обслуживания. Здесь ребятам устроили настоящий праздник с игровой программой «Здравствуй, лето». Веселить ребят приехали работники телевисочного дома культуры. После игр, песен и танцев каждый ребенок смог взять любую понравившуюся игрушку. Ни в тоннах, ни в килограммах собранные игрушки, конечно, не считали, но то, что собрать удалось очень много, это факт. Здесь и развивающие игры, мягкие игрушки, и книги, и мультики. Собирали, как говорится, всем миром. Очень много принесли просто граждане нашего города, наши горожане, да. Много принесли игрушек с образовательных учреждений. Детские сады поучаствовали, образовательные учреждения, такие как школы, поучаствовали. Разнообразные департаменты, счетная палата. Сегодня в Ненецком округе проживает порядка 200 детей с ограниченными возможностями здоровья. 60 из них в населенных пунктах округа. Часть игрушек организаторы обещали отправить сельским ребятам.